Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, Лига Сегунов, 3 звезды, я забираю награды. Так, заходим в магазин, бесплатно открываем пак. Выпадает нам тут Джастин собственной персоны. Так, здесь мы забрали ежедневочку. Так, ну что, пойдем пройдем быстренько серию испытаний. Я думаю, что вот этих вот оригиналов мочканем с тобой. Быстренько в сортире, да? Чтобы не выпендривались здесь. Я думаю, им сейчас будет... Ох, как некомфортно. Они какого? 85 уровня, если не ошибаюсь? Или 80 даже? На тебе, ботинком зэковским. Армагоша тут разбушевал. Сразу троих вынес. Ну и Крэнк, естественно... Опа! Опа! Я хотел сказать, Крэнк, естественно, добивает. А на самом-то деле ни шиша он не добил. А почему? А потому что вот у него была отложенная смерть и все. Или, можно сказать проще, у него была броня. Так, ну что, ладно, забираем здесь награды. Так, и пойдем теперь искать все ровно, ребят, по списку. Все ровно по списку, а это именно 13 наушников. 13 наушников, ё-моё. Я боюсь, у меня... Хотя нет, телепортов-то хватит. Но сколько мы сейчас потратим? Так, ну что, получается уже 10, да? 9 8 7 6, слушай, неплохо идут. 5. Ну, скорее всего, мы сегодня прокачаем, да? До 6 ступени. Скилл. Так, пошли, пошли зеленые колбы выпадать. Ну что ты будешь делать? Блин, вот накаркало, а? Так хорошо шло все, и на тебе. Серьезно? Да вы издеваетесь просто-напросто сейчас. Просто издевайтесь со своей зеленой колбой. Так, сколько нам надо наушников-то там? 2, 2 штуки всего лишь. Так, у меня, я смотрю, пицца заканчивается, друзья. И... Давай. Мне еще... Вот, все, все. Все, ребят. Нашли мы наушники и прокачиваем до 6 ступени. Окей. Все, ребята. У Микеланджело прокачаны все скиллы до 6 ступени. Нужно будет, естественно, до 7. Но это... не здесь будет сказано, да? Это будет вечность. Это будет вечность, я имею в виду в плане прокачки. Ну что, теперь мы переходим... А зачем мы будем переходить? Ну давай я ему уровень подниму. Слэшу нашему. Где он там у нас? Где слэш? Что-то я не всосал. Вы че, куда... Вон он, ё-моё. Вот он, слэшик. Давай. 65 уровень мы ему качнули. И забираем, естественно, все награды. Так, ребят, ну а теперь... О, тут еще мутаген у нас. И переходим. Да-да-да. Начну-ка, пожалуй, я с событий. Почему? Ну, потому что, друзья мои, мне нужны Роквелл, мне нужен Пит. А для того, чтобы их фармить, нужно здесь пройти определенные участки, да, события. Там, где именно они будут добываться. Насколько помню, на первой, второй волне... Даже на третьей, по-моему, слабенько будет. А вот на 4-й, 5-й, а может быть даже на 6-й. В общем, сейчас посмотрим. Я не буду слишком далеко забегать. Как бы неохота здесь и тратиться. Как только мы найдем, где у нас фармится Пит и Роквелл, на этом событии мы с тобой и остановимся. Я думаю, что это будет справедливо. Так. Ну, понятно, здесь, ребята, без особых проблем мы прошли. Давай глянем. Кирби мышь. Так, ну что, как ты понимаешь, здесь у нас ничего не фармится. Вот здесь уже начинается фарм Пита. То есть 2 ДНК можно на него здесь набить. Но 2 ДНК это, конечно, хорошо, но мало. Поэтому мы с тобой, наверное, пойдем на третье событие. Там глянем, что фармится. Там, по-моему, у нас будет... Роквелл и Пит. По-моему, они вдвоем даже будут фармиться. Но зато здесь по 2 ДНК. То есть, если ты поймаешь удачу за хвост, то можно неплохо себе нафармить карточек. Ну, ДНК, карточки. Так что будем стараться. Так, здесь у нас последняя волна. Здесь достаточно одного суперудара. Нет, они сейчас будут этого вала, как говорится, долбить, да? Ну вот, о чем я и говорю. Я бы лично взял бы один суперудар, бы сделал бы все. И пришил бы их тут всех. Уровень-то у них какой? Маленький, вот и все. Что с ними тут тютюхаться-то? Так, ну что, тут у нас пульверизатор. И как мы видим, тут у нас Роквелл и все, только Роквелл. А здесь Пит. Тут только Роквелл. Ну давай, пойдем. Мне нужно, чтобы именно вдвоем они были. То есть Пит и Роквелл. Как только мы находим это место, где они фармятся, все, сразу заканчиваем. Так, ну слава богу, здесь пока три волны. Разбираются они, естественно, легко и просто. Без каких-либо проблем. Давай, давай, давай. Запинали. Думал, ребята, с камерой поснимать. Ну тут что-то, пока я лозил, то все 5-10. Во-первых, ребята, вот самые мои любимые наушники, они выглядят ужасно. Чтобы снимать, как сказать, с камерой, нужны нормальные наушники, чтобы выглядеть прилично. А я не могу, у меня наушников много. У меня даже эти HyperX, но они, ребята, ну мне не нравится в них звук, ты понимаешь? А вот в этих вот Somic G47, которые куплены были, я не знаю, при царе Горохе, блин, мне нравится в них изучение и все. И удобно они, понимаешь, мне... я не люблю вот эту вот чрезмерную шумоизоляцию. Потому что когда ты сидишь как в вакууме и начинаешь озвучивать, ну, что-то говорить, ты не слышишь своего голоса, как бы приходится чуть ли не орать. А эти наушники, я слышу и звук, и слышу свой голос. То есть они меня как бы не напрягают. Но они все перештопаны, ребята. У них провод уже такой старый, что он весь в изолентах. Понимаешь? Весь. И как бы, ну, неэстетично, скажем так. А вот с капельками, там, капельки или какие-то беспроводные, что у меня есть SteelSeries Arctis, ну, тоже, ребята, как-то не то. Не могу тебе сказать, что именно не то, но вот что-то не то. Опять сегодня залез в Алиэкспресс, опять заказал себе 5 или 6 покупок, блин. Штатив себе заказал, GoPro-шку взял, блин, там пипец, короче. Растратился, короче, как всегда. И этот, как начну, вот, ребята, по магазину лазить, как шопоголик уже. Все начинаешь покупать и очень много денег тратить. Так, ну что, переходим с тобой сюда. И тут у нас слэш. Да что ж такое-то? То есть у нас получается, мы можем тут с тобой только вот здесь вот вытащить Пита, здесь Роквелла. То есть они не будут выпадать никогда вдвоем, да, я так понимаю. Ладно, ребят, давайте тогда фармить. Так, подожди, подожди, мне нужен Пит. А мне нужен Пит, я надеюсь... Опа, ты видал как? Так, здесь мне нужен Роквелл. А выпадает Кирби. Несчастный пульверизатор. А Роквелла я, наверное, не дождусь. Судя по тому, сколько у меня, ребята, сыра осталось, они мне не дадут. Они дадут все, что угодно, только не Роквелла. Нож для пиццы и... Все-таки я вытянул, ребята, Роквелла за хвост. Ну что, отлично. Так, теперь у нас идет турнирная арена. Мы с тобой в Лиге Самураев. Это удивляться нечему. Я уже давно перестал этому удивляться, что нас сразу же скидывают до Лиги Самураев. Единственное, что мне вот не нравится здесь Микеланджело 44 уровня. Но я думаю, что мы все-таки справимся, да? Он 44, у нас 55. То есть давай сделаем дебаф для начала. Он сделает очищение. Нет, он не сделал очищение. Давай-ка тогда вот так вот. Оп. Теперь. Ну давай, наверное. Нет, все-таки вот так вот лучше сделать. Массовое. Этого мы накрыли. Этого бомбанули. Вдвоем они упали. Ну что я тебе скажу. Победа здесь за нами. Отлично. Все-таки мы ее урвали. Ну что же, надо нам как можно быстрее переходить обратно в Лигу Сегунов. Это не дело в самураях-то висеть. Не царское это, ребята, дело. Вот что я тебе скажу. Так, я возьму, наверное, здесь Змею Карай. просто, ребята, для того, чтобы она крикнула разочек, и все. Просто для ее маленького нежного крика. Давай. Так. Теперь сюрикены от Майки. Пит упал. Этот делает очищение. Я не знаю, что он там очищает. Они и так были все чистенькие. На них дебафа вообще никакого не было. А вот теперь, возможно, будет. Добиваем Майки. Ой, Раф. Все, ребята, Рафаэль сделал свое дело. Грязные. Ну и мы продвигаемся дальше. Ну что, зайдем? Да. Да-да-да-да, мы уже все, гонок. Все, мы красавчики. Мы просто красавчики. Ну что, давай искать. 15-20 дадут, мне интересно, или нет? Слушай, мне дают 14-18, наверное, не дадут. Ладно, давай тогда пойдем по их правилам. Я возьму здесь зэка. И вот этих вот ребятулек. В принципе, сейчас зэк должен кинуть свою бомбочку, и они рассыпаться должны. Ну, в принципе, логически, если подумать. Ну, почти так и получилось, кроме вот Баксера. Баксер столько он выдержал удар. Видимо, потому что он был в костюме роботов, и удар зэка бомбочкой как бы не особо сильно на него повлиял. Так, ну что же, мы тогда идем сюда. Возьму Донателло соточку. Ну, он сюрикенами, я думаю, что порвет их всех тут. 50 уровень противников. Сейчас как орешки, просто защелкает и все. Или не защелкает. Ну, давай посмотрим. Я же тебе говорил. Я же тебе говорил, что все будет тип-топ. Были, конечно, сомнения какие-то, но на 50 уровней все-таки, ребята, персонаж выше, и, соответственно, урон в 2 раза круче идет. А вот и 15-20 у нас уже. Поэтому здесь я возьму, наверное, железноголового. Раз, два, три, 4. Когда все персонажи будут 100-го уровня, ребята, там уже не надо будет что-то искать, с кем-то их ставить. Они будут сами по себе уже топовыми, понимаешь? То есть их не нужно будет брать с кем-то в команду. Любой персонаж сам по себе на 100-м уровне. Ты посмотри, вот здесь они, конечно, мне дали, да? Джазу, ты посмотри. Давай, Хилейна. Ой, это же не хил, это... Я попутал, ребята, не того взял. Вот у нас хиллер-то. Вот у нас хиллер. Взял-то я не того. Так, ну давай дрон выпустим. Посмотрим. Так, минус Лео. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, Донателло в критической ситуации, ребят. Я так и думал, что это пройдоха вшивая, ребята, все-таки уничтожит мне Дони. Ты посмотри на него. Ты посмотри на этого Мандагека. Хвост ему вырвать, блин, и скормить его же ему. Ты посмотри, что сделал, а. Причем из-под тишка. Чмошник несчастный. Блин, аж взбесил просто, ребята. Просто взбесил меня. Ладно, Бакстер, давай, поехали. Да я тоже додумался взять железноголового одного, блин. Ведь прекрасно знал, что у него инициатива никудышная. И то, что он добить вряд ли сможет. Тут, если брать, то 100-ку. Вот 100-го уровня берешь, и все, ребята. Остальные идут просто на добивку. Все. Но если ты берешь 80-й, то ты возьми хотя бы минимум 2 бойцов 80-го уровня. Ну, ни одного, блин. Рэй, вот сколько раз тебе говорить, вот постоянно уже твержу, из года в год, и все время ты не допетриваешь. Да не хочет, ребят, допетривать он, не хочет, понимаешь? У него как в одно ухо влетело, в другое вылетело. Зашибись, да? Сам себе высказал, сам себя поругал, сам себя оправдал. Так, ну что, ладно, здесь у нас Армагон, естественно, без проблем справляется. Так, ну что, Сёгун 2 звезды. Слушай, давай, наверное, попробуем до 3 звездочек дойти. Я думаю, это было бы нормуль. Возьму я Макмана, Рафаэля, возьму Майки, Лео. Ну и морзильную кошку. Этого будет более чем достаточно, мне кажется. Так, ну что, давай, наверное, сделаем уклонение. Так, дальше делается вертушка от Леонардо. Все. Это делается вертушка от Леонардо, и все падают, как ты видишь. Ну что же, мы переходим на 67-ю позицию. Так, может быть, вы мне дадите все-таки... Вот, 16-21 есть. Беру я, короче, кожеголового. Раз, два, три, четыре. Вот сейчас будет интересно, кожеголовый сможет их всех сразу вырубить или нет? Мне нужно, чтобы убрали Лео, Пита и Майки. Вау! Тут всех он, всех под одну гребенку просто снес, смел. Так, ну что ж, 46-я позиция уже неплохо. Давай-ка только мне 16-21. 16-21 возьмем вот эту вот команду. И здесь будет у нас уже чисто Крэнк рулить. Раз, два, три, четыре. Я больше чем уверен, что он справится с поставленной задачей для него. Просто одним лучом уничтожить всех. Крэнк, давай, не подводи. Ну, красные труселя. Тырич. Изи катка. Изи катка. Так, ну что, 20-е, да? 24-е. Ну что, и последний, ребята, бой перед переходом. Я так понимаю, это будет у нас... Давай возьмем, наверное, Нет, возьмем Ваньку. Так, так, так. И вот так. Думаю, что, в принципе, Ванька сейчас достанет гранатомет, шмальнет разок, да и все. Наверное, так оно будет выглядеть, да? А Рокзар на 80-ке по инициативе круче, чем Ваня. Опа. Понял, принял. Будем знать. Будем знать. Слушай, ну что, Рокзар, да, ребята, на инициативе, конечно, молодец, крут. Так, чуть-чуть осталось, совсем капельку. Ну, мы перейдем в любом случае, конечно же, тут переживать не стоит. Возьмем такую вот команду. Противник, конечно, уже имеет 62-65 уровень. Мои бойцы многие отстают. Ну что, Усаги, давай. Сделай свою проворную, как говорится, вертушку. Так, и остается у нас Рокстеди. Кстати, заметь, Усаги переплюнул здесь Рафаэля по инициативе. Помнишь, мы с тобой говорили, что кто там у нас Рафаэля переплевывает? То есть Рафаэля у нас кого переплевывает? Кого-то из топовых бойцов. Не могу вспомнить кого. А вот Усаги он переплюнуть, к сожалению, не может. Вот так вот. Ну что, берем Супершредера и... Вот опять же вопрос, ребята. Взял одного Супершредера. Вот справится ли он? Да, я понимаю, что он вешает постепенный урон, но не всегда и не на 100%. Здесь просто повезло. Здесь он большее количество уничтожил сразу же, и оставшихся, естественно, заразил постепенным уроном. Поэтому тут все нормально. А вот дальше-то как? Как нам быть дальше? Бойцы элитные у нас закончились. У нас остались только вот такие. 59-е. Но тут что, массовик-затейник у нас кто? Змейковьюн? Рафаэль. Мандагека начинает первым, да? Так, мы можем бафнуться, а можем лупануть. Я, наверное, лупану все-таки. Воу. Слушай, шикарно он лупанул. Так, здесь... Ну давай. Я рискну, ребят, я возьму провокацию. Так, Мандагека. Кто у нас тут? На кого повышенный урон идет? Давай сюда, на нейтрализатора. Фигово. Так, массовая атака пошла. Давай, Рафаэль. Он вообще путь попал там по кому-нибудь? Я что-то даже не увидел. Оп. Молодец, Сплинтер. Ну, атакует, конечно, он слабо. Смотри, 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 смотри. Ты посмотри, как мой Тимати тут стоит и держится. Как истинный герой. На тебе. Куда ты разогнался, плешивый, а? Чик-чик-чик. На ножи, правильно его, так вот. Лео. Точнее, это Дони. На тебе. Все, ребята, здесь тоже, как мы видим, все прошло крутенько. Даже неожиданно для меня. Но цель моя — Лига Мастеров. Одна звезда. Так, 16-22 уже дают. Раз, два, три. Раз, два. Вот так вот. Ну что, у нас получается 3 массовые атаки есть. Это крысы, это кунаи и это астероид. Давай, наверное, просто пробирочку бросим. Да, бросил, блин, пробирочку, а. Чепушила ты несчастная. Муха ты навозная. Слов у меня на тебя нету, а. Так, ну что, крысы, давайте добивайте. У них там броня пониженная и тому подобное. Ну, почти все получилось. Почти, ребят. Остается там Рафаэль, которого острозуб, естественно, валит. Ну-ка. 45-е будет сейчас 25-е, да? 26-е. Ладно. Меня это устраивает, ребят, потому что у нас бойцов уже очень мало. Раз, два, три. А, так все. Все. Всех бойцов мы отыграли с тобой. А вот в Лигу Мастеров не попали, к сожалению. Но сейчас посмотрим. У нас вот этот вот поединок еще, как говорится, не отыгранный. Сейчас глянем, перейдем бы или нет. Так. Давайте перейдем массовую атаку от Шархана. И добивка у вас белочка. Все. Не, ну 26 позиций вряд ли мы пролетим. Там максимум 20 может пролететь. Да. Такс, ну что, будем отыгрывать или нет? Ладно, уговорили. Уговорили, отыграем. Но сделаем мы, по-моему. Я не буду, ребята, здесь всех откатывать. 3 здесь хватит. Нам нужно всего лишь 4 ступеньки перепрыгнуть. Понимаешь? Всего 4 ступеньки. Поэтому, Армагон, давай, делай свое законное дело. Ну и посмотрим, сколько мы тут пролетим. Сегодня, ребят, сходил на прием, выписали. Так что завтра уже я, как говорится, выхожу на работу. Так, ну а здесь у нас что, ребята, получается, что все. Все, что мы хотели, все мы сделали, все отыграли. Поэтому я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.